Здравствуйте. Телеканал Арсен ТВ и программа «Социология», ведущий Алексей Кразьмер. Продолжаем наши передачи с интересными людьми об интересном. Сегодня у нас в гостях снова уже знакомый вам адвокат Якоя, с которым мы продолжим разговоры, которые, мы надеемся, будут интересны для наших зрителей. Як, вот мы с тобой уже в нескольких передачах участвовали, но у меня как бы правило такое, что со всеми, кого я приглашаю на передачу, я первым делом немножко мучаю насчет того, кем вы были, как стали и так далее. Вот с тобой как-то это проскочило у нас. Там была очень серьезная передача про блокаду, потом мы говорили о юриспруденции. И вот я хотел бы сегодня восполнить этот пробел. И, ну так, чтобы тебе было легче дать посыл. Вот я, например, да, значит, в молодости мечтал пойти в милицию. И пошел на юридический факультет учиться только потому, что я хотел быть сотрудником уголовного розыска. Адвокатов не любил страшно, потому что считал, что они беспринципные, а мы вот принципиальные, да? Вот расскажи, как ты адвокатом стал? Ну, тут даже ничего сложного нет. Когда мне было, по-моему, 5 лет, у нас в деревне был очень такой умный и строгий милицейский, Нут фамилия еще, я помню. И он прогнал всегда всех пьяниц, и, ну, так его серьезно, там, тунеядцы все боялись. И он был столь популярным, что вот я тогда себе взял эту губную помаду матери и себе сделал здесь этот милицейский значок большой. Так что, но потом, когда я уже закончил среднюю школу, физмат Тарту, спецкласс, тогда я тоже еще не знал точно, кем стать. То есть физмат-школа, не было такого, что именно... Вот... Ну, я хотел вообще идти дальше учиться на телевизионную технику, но поскольку глаза слабые, мне сразу врач сказал, не выйдет. И меня отпраковали в Таллине, и раз мы жили недалеко от города Тарту, там рядом университет, а отец мой до войны тоже учился на юриста, поэтому я так и вступил на юридическую... А адвокатура почему? И у нас был семейный знакомый хороший у родителей, и он работал тогда следователем по этому железной дороге, там была своя милиция. Транспортная прокуратура, и он работал следователем. И после первого курса он меня позвал. И один месяц я с утра до вечера гулял вместе с ним, как практикант. И смотрел, и выучил, ну, как заполняются формуляры, документы, следственную тактику и прочее. И мне стало ясно, что это не моя. А, то есть от противного, да? Да. Ну, то есть как бы... Да, я ознакомился, и он мне, ну, открыто рассказал и свои проблемы, и мы были и в прокуратуре, и в суде. И... Так что я после первого курса себе... уяснил, что это не моя работа. Что ты будешь стоять по другую сторону баррикады, да? Ну, я шучу, конечно. Нет, а ведь адвокаты тоже ведь за правду и справедливость борются. Так что в том смысле баррикад никаких нету. В принципе, мы должны быть на одной стороне, чтобы... справедливость восторжествовала. Вот, я помню, как-то много лет назад один адвокат, я не буду называть его фамилию, мой знакомый, сказал мне, ну, открыл такую как бы истину для меня новую совершенно, что вообще среди адвокатов
больше 50% корпоративных сделок в наше время, что как бы доверие к адвокатам тоже вещь такая достаточно сложная. И потом, я говорю, почему у меня такое отношение всегда было? Вот, ну, потом, когда с тобой познакомился, мы с тобой знакомы давно, я уже начал понимать, что не все так, так сказать, плохо. Но вообще-то, сталкиваясь с адвокатами, очень часто смотришь, что кроме денег и хитрости ничего нету. Я думаю, в советское время дела были чуть-чуть иначе. Во-первых, адвокатура была единственной такой отраслью юридики, где не требовалось вступить в коммунистическую партию. А это у меня по взглядам как-то было, ну, не противно, а противопоказано чуть, скажем так. И, во-вторых, адвокаты даже в советское время имели какую-то свободу слова, хотя мизерную. И сам я смог спланировать свое время, когда я работаю, ну, были, когда судебные заседания, там делать ничего, надо явиться в суд и подготовиться, и все. А руководит адвокатом в коллегии кто-то, или это тоже условно? Это фактически у нас адвокатура в советское время была тоже как бы профсоюзная. У нас был президиум, откуда деньги собирали от нас и потом вернули зарплату. А юридическая консультация, там у нас был заведующий, сам заведующего, который планировал эти так называемые бесплатные работы. Ведь тогда адвокаты вообще получили свою зарплату за защиту, государственную защиту в судах или предварительном следствии. Только тогда, когда эти осужденные уже были на зоне и работали и получили деньги, так что даже так, да, пришло там иногда по исполнительному листу там 45 копеек, ну, где-то пришло там 30 копеек. Это падало на адвокатуру. Да? Но и там у нас в Таллине было правило такое, что мы 30%, ну, в общем-то, сумма брутто, оттуда сняли маленькие налоги, помните, в советское время налоги-то маленькие были. И после этого 30% в зарплату, ну, у нас был предел 300 рублей в месяц, не больше. Ну, получить у оперативника 150 был вообще-то, да? Ну да, и 70% уже коллегию адвокатов на общие расходы за офис, за бумагу, за печатание, за работники канцелярии. Так что, ну, система была наполовину кооперативная. Интересно. Як, а вот я слышал от тебя, то есть, ну, как бы знаю, что ты в какой-то момент оказался на верху пирамиды адвокатуры и стал председателем коллегии адвокатов. Был такой? И как это произошло? Ну, это смешно сейчас смотреть. Это вообще случайное обстоятельство. Нет, ну ты же там, это не смешно, ты же там, сколько лет? Я 2 года работал как председатель президиума адвокатов СССР, Эстонской республики, потом, меня переизбрали в 92-м году еще на 3 года, но я, правда, год раньше ушел, просто уже устал от всего этого. А смешно рассказывать? Простите. Смешное было в том, или шутка была в том, как ты попал туда, да? Что я как случайный. В это время ввели всюду демократию. Ну, помните, 90-й год и март месяц у нас всегда председатели избирают на общем собрании адвокатов. И там уже, по-моему, 5 или 6 месяцев подготовился один кандидат главный. Кто должен стать. И он писал там даже тезис и вырабатывал там уже и устав новой адвокатуры, и неплохой, между прочим, если теперь смотреть.
и дальше там, как ремонт сделать там офис президиума, и, ну, в общем-то, все-все. А я в это время, с сентября 1989-го, временно работал в Госплане. И там было два юриста, и на нас навалили, тогда я когда-то это напомнил уже, что идея Сарпел и компании, что два юриста могут проверять и поставить на место законодательство всей республики, понимаете? Як, возвращаю тебя, у нас по времени скоро будет перерыв. Расскажи, как тебя случайно избрали в писательном коллегии? И я ничего не догадываюсь. Пришел на съезд адвокатов, сидел в заднем ряду, читал газеты. Ну, не спал? Не спал, конечно. Ну, понятно. Думал, отдыхаю. Мы работали в Госплане там 7 дней подряд, и по 20 часов часто. Ну вот, и ко мне придет одна коллега, говорит: слушай, ты не возражаешься, если ты будешь, ну, ради демократии. Так, альтернативным кандидатом. Я говорю: ну, а мне-то вот что? И стал читать дальше. И вот это основной кандидат тогда сделал большую ошибку. Он свои эти тезисы прочитал почти 2 часа. И все, весь народ, они устали. И мало того, что они устали, меня вызвали тоже, ну, какие у меня взгляды. Я сказал: знаете, дорогие друзья, а у меня никаких тезисов нету, потому что мы же не знаем, что новое будет. Да, я сижу в Госплане, и там ежедневно что-то новое творится. И поэтому у меня нет ни там тезисов, ни планов, надо выжить как-то. Вот, трудные времена впереди. За твой пессимизм тебя избрали председателем. И я даже не понял, когда меня там избрали. И знаете, я тогда устрашился, потому что идти теперь перед народом и сказать: простите, я шутил. Тоже уже неприлично было бы. Ну ничего, я дожил адвокатом до седых волос, так что все нормально. Значит. Так что я черным конем стал история адвокатуры. Хорошо, с этой историей мы делаем перерыв, уходим на небольшую рекламу. Программа Арсен ТВ, «Осциллография», я ведущий Алексей Крайзмер и наш гость адвокат Як Коя. Если вы хотите по-домашнему отдохнуть и расслабиться с наслаждением, загляните в бар Касси Саба. Уютная атмосфера и приятные цены сбросят с вас шелуху усталости. Техника 35, Таллин. Найти нас легко. Эффект массажа естественная, восстанавливающая сила организма, сила жизни. Гиппократ. Уникальное воздействие на человека, средство для снятия нагрузки, для лечения неврологических заболеваний, для борьбы с лишним весом, а также для укрепления мышечной ткани. Это все массаж. Порадуйте себя и свое тело массажем. Будьте здоровы и будьте красивы. Программа Арсен ТВ.
«Астрология», ведущий Алексей Кразьмин. Продолжаем сегодняшнюю передачу с нашим гостем Яком Оя. Як, и чем же все-таки закончилось то избрание? То есть, ну нет, понятно, что закончилось тем, что ты стал председателем, ты же не отказался, да? Ну, отказаться уже было поздно, и последовало сразу и перерыв. И все, и этот коллега, конечно, у кого там выработана была концепция, и ну, старые коллеги, там председатель президиума, коллега Лива и Кликман как зам, все они были тоже вдруг как-то испуганы. Потому что это был как пункт со стороны народа. Ну да. А меня ведь мало знали, я потом слышал комментарии, вот такой-то Стёк, наверное, добродушный человек, можно голосовать за него. Вот спасибо коллегам. Ну, да. И дальше последовало вообще такие, ну, скажем, как-то катастрофические события, потому что мы тогда были там в центре Олимпии, Перита, где это собрание общее у нас состоялось, и заказан был обед. И там были эти американские крылышки, кур. И поскольку я там со всеми принимал еще там и поздравления, я последним остался. И было нас двое, кто-то еще из коллег, и я уступил эти крылышки ему. А уже следующее утро начинались звонки из президиума. Оказывается, там сальмонелла была в ресторане. И у нас люди заболели, там было где-то 70 человек, которые нуждались в врачебной помощи, а адвокатов всего там было 180-190. И все, конечно, были особо злые, и все говорят, а ты должен возбудить уголовное дело, потому что там одна коллега почти умер. И последствия этого. Извини меня, плохая шутка, но я пошучу. Слушая тебя, я бы сказал бы, как твой недоброжелатель, это Якоя решил отблагодарить, как в старые римские времена, всех, кто за тебя проголосовал, их отравив, потому что сам-то ты не взял ни кусочки. Нет, я уступил. Ну хорошо. Як, все понятно. Значит, давай немножко вот поговорим. Ведь адвокат – это, с одной стороны, вроде такая рутинная профессия, но, с другой стороны, иногда, когда слушаешь, в какие ситуации попадают адвокаты, ничуть не меньше перипетий, чем у оперативников, следователей, прокуроров и так далее. Вот, учитывая наш короткий формат, конечно, может быть, вот, ну, я знаю, что ты, как адвокат, был в деле Хинта, вот дезинтегратор, это одно из самых громких таких скандальных дел в Эстонии в перестроечный период, да? Тем более, что тебе пришлось сталкиваться с таким оперативником, наверное, номер один Советского Союза, как Гдлян, да, который сажал десятками, сотнями всяких цековских работников, начальников там, и так далее. Вот, может быть, об этом, или вот что-то такое интересное, скажи. Вот. Ну, раз мы уже говорили о профессии, то можно сказать, что в адвокатуре никакого трафарета не существует. Каждое дело – это новая история. И каждый раз, особенно если быть на этих посмотреть на экономические преступления и обвинения по этой линии, там надо выучить ведь работу всей отрасли. Да. Это не просто так. Или там, например, у нас коллеги защитили этих пилотов, которые сожгли шины самолета, накалетится, и потом спасали людей и вернули сталинский аэропорт. Так что там они работали над этим делом, коллеги мои, 2 или 3 года, чтобы выяснить все обстоятельства, и благодаря им
даже начинали поставить или меняли конструкцию самолетов. Даже так. Там, оказывается, отсутствовало, если самолет был на стояночном тормозе, там не было, вот как машина у вас горит, это красная лампа. Лампочка, да. А самолеты забыли это поставить. Ах, вот как. Интересно. И самолет они забыли снять эти торможа. И поскольку Каталин был такой кололётица, самолет как на льду. Коньках, на коньках пошел. Да. И как они поднимались, тогда шин уже не осталось. Были колья, эти колеса только. Так что адвокаты делают историю вместе со всеми коллегами. Вместе с политиками. Да, и, да, да, да. И насчет теперь этого дела дезинтегратора, ну я могу, поскольку судебное заседание продлилось у нас 9.5 месяцев, то тут я могу 100 часов рассказать разных вещей. У нас 10 минут. Но со мной, между прочим, как всегда, последуют какие-то микрокатастрофы, иногда они кажутся более большими. Процесс должен был начинать вторник, следующей недели. И вдруг среду текущей недели ко мне в здании Верховного суда навстречу пришел Карл Маркс, бывший член Верховного суда. Он тогда работал в архиве. Кстати, просто ты же тоже в курсе, да, что уважаемого Карла Маркса, как однофамильца, при Сталине ведь чуть не арестовали. Ну, вообще расстреляли бы, наверное. Ну, нет, он показал паспорт, его извинения мы его проводили из КГБ тогда. Он высылал поздравления Москву и подписал Карл Маркс. Ну, понятно. И ну, последовала, конечно, основательная реакция, да. Извини, я тебя перебил. Но насчет этого, и Карл Маркс мне сказал... Ты с Карлом Марксом общался напрямую? Да. Молодец, да. Вот так. Возраст такой уже. Хорошо, да. И он мне говорит, слушай, вот у одного из этих подсудимых адвокат отказался, заболел. Адвокат из Москвы, Хария, очень знаменитая тогда она была. И я говорю, ну если так, то вы что, шутки сделаете? У вас там такое большое уголовное дело, 12 или 14 подсудимых. Это, если бы я в такое дело попал, то я бы полгода требовал времени для ознакомления. Ну, вот и сглазили. Вот и бери, да, сказали? И сглазили. Четверг после приема, у меня прием был с 11 до полвторого, мне вызывает советующий юрконсультации, говорит, слушай, я смотрел, у тебя там особенно больших дел в будущем не предусматривается. Вот тут есть жена клиента, у них... Адвокат из Москвы не прилетает, а вторник по настаиванию и рекомендации Москвы дело должен начинать. Раз прослушивание в Верховном суде. Тебе пришлось вместо шести. Но я говорю, а где? Ну вот оформляй договор юридического обслуживания. Я говорю, нам в чем вообще обвинение? А, ну, там разберешься. А ты даже еще не знал, что это дело дезинтегратора? Абсолютно. Вот тогда я узнал от жены, что муж уже сидит полгода там или больше. И заведующий говорит, а вот заместитель председателя Верховного суда, товарищ Литвинов, уже ожидает тебя, и он тебе организует и... это обвинительное заключение, и
там можешь тогда ознакомиться в его кабинете в конце недели, если хочешь, и если хочешь 24 часа, но суд должен начинаться во вторник, поскольку у Гинта была статья 68 обвинений. Расстрельная. Но расстрельная была и хищение госимущества, но кроме того, это была политическая статья против антисоветская деятельность. Деятельность. Страшнее. Ну вот я тогда топал, Женя сказал, ой, как приятно с вами встретиться, и топал в Верховный суд. А там меня уже встречает Карл Маркс опять. Говорит, ты что тут делаешь? Я говорю, помнишь, вчера сказал, одного адвоката не хватает. Вот он я. Здесь я. Фридрих Энгельс, да, пришел. Ну, а он же уже проболтал по всем каналам Верховного суда, по всем они тогда находились, что, ой, я сказал, что полгода будет требовать время для ознакомления. Ну, ясно. Все Литвинов были. Такой белый сидел в кабинете, говорит, ой, товарищ, здравствуйте, вот, и дает мне... Том, вы, наверное, все видели это Пошесоветская энциклопедия, вот такой солидный том, и там это обвинительное заключение, и написано том номер 93. Понятно, то есть там на самом деле большая советская энциклопедия. Да. Я прошу прощения, я чуть-чуть буду, так сказать, сужаться, потому что время идет, хотя с тобой можно разговаривать бесконечно, это я знаю. Ты скажи, так все-таки из-под расстрела-то удалось выйти, да? Ну, а что тут... Потом их всех оправдали, ведь в 89 году моего клиента вообще посадили за такие воровства, как якобы он украл один телефон, взял и передавал для взятки. А насчет телефона были даже первоначальные документы со склада дезинтегратора, что телефон до сих пор там может быть стоит, я не знаю. Ну, в общем, дело как бы было... Ну, это было политическое дело. Политическое заказное, ну, скажем и так. И там я, чтобы, ну, чуть-чуть помнить это дело или восстанавливать, это же было в 83-м году, 1983-м, не, 1890-м. Да. И тогда у нас есть культурная жизнь или жизнь культура, такой магазин, там очень хорошая статья. И кто эстонским владеет, это можно из Гугля заказать и прочитать это. Там многие нюансы и все правильно написано. Я прошу прощения у тебя и у наших зрителей, что мы вынуждены прервать нашу интересную беседу. Я думаю, что мы будем будем, ну так сказать, вылавливать новые интересные темы с тобой, чтобы поделиться ими со слушателями, потому что на самом деле интересные факты. Ну а на сегодняшний день, значит, мы заканчиваем нашу передачу с таким настроением, что, в принципе, да, юридическая работа, она интересная, но сложна своими коллизиями, но все-таки, Як, мы стараемся и будем стараться защищать людей, да, это самое главное. И я думаю, тут может быть стоит еще одна передача на эту тематику дезинтегратора, время эфира затратить, потому что кроме таких, ну, смешных вещей, там же все-таки судьба людей была. Судьба людей, да. И отсидели они ведь, слава Богу, не от звонка до звонка, но от 82 года были. Хорошо. Под стражей. Хорошо. До 89-го. Хорошо. Заявка принята. На этом сегодня мы нашу встречу заканчиваем. Спасибо за внимание. Канал Арсен ТВ, программа «Стилография». Я ведущий Алексей Кразьмин, наш гость Якоя. Прощаемся с вами до следующего эфира.